Привет всем из Токио, это видео для любителей шопинга. Отправляемся с вами сейчас в бутик Dior, который находится в центре Токио. Посмотрим вещи из зимней коллекции. Сумочки, обувь, верхнюю одежду. В Токио зимой не очень холодно, всегда плюсовая температура, снег выпадает крайне редко. Раз, два, три года. Самый холодный месяц это январь, февраль. Сейчас мы с вами находимся уже около бутика Dior. Давайте посмотрим немного витрины. Здесь представлена уже весенняя новая коллекция. Вот такое шикарное оформление, конечно, витрин всегда в таких бутиках. И можно видеть пастельные весенние цвета, но пока еще зима даже не началась, можно сказать, в Токио. Весеннего настроения еще совсем нет, поэтому я буду мерить вещи сегодня из зимней коллекции. Вот такие вот сумочки новые представлены. Посмотрите, какая интересная витрина, зеркальная. Свет и зеркало создают ощущение бесконечности внизу. Итак, я уже в примерочной взяла кое-что померить. Посмотрите, какая огромная примерочная в Dior, красивая, с диваном. Вот так вот сегодня я выгляжу, свой аутфит покажу в конце примерки. Что взяла померить? Вот такой вот мягчайший свитер с капюшоном. И еще один тоже очень похожий по фасону свитер, другой расцветки. Цены по возможности я вам буду показывать. Они, конечно, очень высокие, помимо того, что сам бренд очень дорогой. Еще и в Японии, конечно, подороже, чем в Европе. Этот свитер стоит 4200 примерно долларов здесь. Ткань очень плотная, очень качественная, мягчайший кашемир, что, конечно, еще плюс увеличивает цену изделия. Кашемир изготавливается из подшерстка пуха кашемировых горных коз. Теплый, легкий, очень мягкий на ощупь материал, и в Dior, конечно, качество наилучшее. Вот такой удлиненный свитер с капюшоном. Так в целом с джинсами он смотрится достаточно просто. Очень повседневный образ, но ощущается на теле, конечно, очень приятно. Мягчайшая ткань и очень плотная. Такую модель можно комбинировать с белыми или с черными брюками, в обтяжку, например, с высокими сапогами. Думаю, образ получился бы намного интереснее. Вот такие вот симпатичные кроссовки. Я хотела померить эту же модель, но вдруг в другом цвете, черно-белый с красным, но, к сожалению, уже не было моих размеров. И девушка-консультант предложила мне померить вот такую вот расцветку. Белый с голубым розовым рисунком и ярко-малиновые шнурки. Красивая очень модель кроссовок. Очень удобные и мягкие. Может быть, весной посмотрю, какие будут еще выходить оттенки. Второй свитер в сером цвете, к сожалению, в черном цвете не было в этом бутике. Очень популярная модель с надписью на спине Jadwear 8. И вот такие вот ботинки принесла мне тоже консультант. Это резиновые сапоги. Я вообще хотела купить другую модель ботинок из этой коллекции. Кто интересуется брендами, я думаю, наверняка вы видели в этом сезоне. Очень красивые были комбинированные ботинки кожаные. Бежевый и черный цвет с надписью Christian Dior. Но их раскупили моментально. Притом во всем мире, не только в Японии. Я уже посмотрела на официальном сайте. Еще осенью они были распроданы практически все размеры. Мерю второй свитерок с надписью Jadwear 8. 8 это счастливое число Christian Dior. Красивая модель с капюшоном, но я вам как-то уже говорила, мне не идет абсолютно серый цвет. Вот можете сейчас как раз посмотреть, насколько он меня простит и совсем не украшает. Есть разные оттенки, некоторые, конечно, мне все же идут. Это более светлый серый и очень темно-серый. Сейчас я померила обычный черный свитер в обтяжку модель. Давно уже не надевала такие модели, сразу стало видно талию. Последние годы модные вещи оверсайз, свободного кроя. Померю вот такой вот жилет. 36 размер, цены указаны в японских иенах. Я извиняюсь за качество съемки, не очень четкое изображение. Включила камеру на удаление, и оказалось, что качество страдает. Потрясающе красивый жилет из пальтовой ткани с бахромой. Бахрома очень красиво двигается и играет в движении. Мне очень нравится. Пишите в комментариях, как вам нравится. На спине еще есть рисунок. Не знаю, как вам его показать. Размытый серо-белый. Такие модели есть, по-моему, просто в черном цвете. Очень красивый жилет. Я напоминаю, что это не полный аутфит, что я нахожусь не у себя дома, а всего лишь в примерочной. И, к сожалению, не могу подобрать идеальный комплект. Обувь, например. В этом бы случае, конечно, я надела бы черные ботинки или сапоги. Также, конечно, жилет можно комбинировать и с платьем с длинным рукавом. Ну, как видите, с джинсами и кедами, в принципе, смотрится тоже неплохо, но не идеальный вариант. Но жилет очень эффектный, красивый, качество потрясающее. Много с чем будет сочетаться в гардеробе. Сейчас переключила камеру на обычную съемку, и качество улучшилось, я думаю, вы заметили. Покажу вам, как выглядит жилет со спины. Рисунок вот такой вот размытый, очень интересно. Далее я буду мерить вот такие варианты верхней одежды. Пальто укороченное, кейп. Все с очень модной в этом сезоне бахромой.
Пальто в клетку, очень интересной расцветки, цена около 7 тысяч долларов на него. Бахрома на карманах и по низу, и вот такой вот кейп, тоже очень приятный оттенок. Вот такой цвет мне должен тоже пойти, коричнево-бежевый, намного больше, чем серый. Серый я, конечно, не люблю оттенок. Посмотрите, по цвету идеально, очень мне подходит, но модель вот такая вот необычная. Без рукавов, это даже не кейп, наверное, а что-то вроде свободного жилета. Мне очень идут такие вещи сложного кроя, необычного фасона. Помните видео из предыдущих влогов у Йоджи Ямамото бренде, мерила вещи. Конечно, не все любят такие, но это мой стиль, и мне очень это все подходит. Из минусов в этом жилете неудобно поднимать руки. Ну и, конечно, вещь такая акцентная. Комбинировать нужно с одеждой базовых фасонов. А вот это второй вариант, более классический вариант пальто, привычный всем, с рукавами, средняя длина, с поясом. Посмотрите, как играет бахрома при движении. В комплект я взяла классическую сумочку Lady Dior в маленьком размере, матовая черная кожа. Достаточно новые модели, есть с матовой фурнитурой, очень красивые. А здесь декоративный ремешок, можно купить отдельно вот такие вот брелочки, набрать инициалы, например. В общем, сделать свой собственный дизайн. Вот это пальто тоже мне очень хорошо подходит по цвету. Цветовой гамме, приглушенные синие, зелено-серые оттенки. Если комбинировать более тщательно, образ вниз можно было надеть, например, водолазку синего цвета, подобрать как клетка на пальто, а джинсы можно было оставить даже эти, только поменять обувь, они хорошо подходят по цвету. Сейчас вспомнила, что дома у меня есть синие сапоги, ох, как они хорошо бы подошли к этому пальто. Сейчас мы с вами смотрим сумочку Lady Dior, кожа и фурнитура в этом варианте матовые. И померяю еще коротенькую курточку, пуховичок. Он двухсторонний, можно надевать на любую сторону. Вот такой вот черный вариант, а подкладка получается логотипами Dior. Укороченный фасон, широкий снизу, очень модный в этом сезоне. Капюшон большой на молнии. Пишите обязательно в комментариях, как вам нравятся вещи, которые я примеряю. Этот пуховичок один из самых модных, наверное, вещей в этом сезоне. Популярная модель, очень быстро раскупают. Сейчас я надела его на другую сторону, наверх с монограммами Dior. Для меня это не очень подходящая модель. Слишком спортивная, короткая, но не удержалась не померить такую модную вещь. Белая сумочка, посмотрите, какая милашка для лета. Белое сочетание с золотом, самое лучшее. Конечно, не с этой курткой, сейчас я сниму куртку и померяю ее хотя бы просто со свитером, потому что сумочка явно летняя, либо с белым пальто, например, с белым плащом. В этом зимнем сезоне один из главных трендов – total look в белых цветах, то есть верхняя одежда и сапоги – все белое. Поэтому, конечно, нельзя сказать 100%, что эта сумочка только летняя, но для меня это такой вот скорее летний вариант. Очень симпатичная модель и одно из моих самых любимых сочетаний – белое с золотом. На этом я заканчиваю шопинг в Dior, переоделась. Уже приготовленная масочка в руках. И давайте покажу вам свой лук, аутфит, который уже полностью скомбинирован. Возможно, подобные вы могли уже видеть в предыдущих видео. Мне нравится, поэтому часто ношу подобные. Кеды на мне сегодня Chanel, жакет это Yoji Yamamoto. Масочку надеваем. Тоже, можно сказать, уже часть аутфита. Футболка на мне новая Louis Vuitton, показывала вам тоже в недавних видео, очки солнечные Chanel, укороченные джинсы Andreano Goldschmidt. В общем, вот так вот я выгляжу в обычном повседневном образе. Надеюсь, вам понравилось видео с примеркой и мой повседневный образ, лук. Конечно, в бренде Dior шикарные вечерние платья. Но сегодня у меня была примерка только повседневных образов. Надеюсь, что скоро обстановка изменится и, возможно, будет настроение мерить что-то более нарядное. Ну а этой зимой пока так. Носятся только обычные повседневные образы. Сейчас мы с вами смотрим витрину Fendi. Новинки представлены, нежные тона в сочетании с черным. Напишите обязательно в комментариях, что вам понравилось из примерки в Dior. Мне больше всего приглянулся жилет черный с бахромой по низу, с серо-белым рисунком на спине. Красиво, конечно, он очень смотрелся и для повседневных образов, и для более нарядных с платьем. В общем, задумалась по поводу этого жилета, а сейчас мы с вами смотрим уже новую коллекцию Louis Vuitton. Яркие принты, контрастные сочетания цветов. А сейчас предлагаю вам вместе со мной заглянуть в симпатичное кафе. Посмотрите, какая красота на улице, уже все украшено к Рождеству. Посмотрим меню. Это кафе французского известного бренда La Dure. Находится оно на втором этаже в известном департмент-стор Митскоши. Именно в том универмаге, в котором мы были с вами в прошлом видео. Посмотрим, какие здесь продаются сладости. Красиво оформленные подарочные наборы, сладости, чай. Здесь какая-то сувенирная продукция, видимо, брелки, ароматы для дома, свечи.
чай в красивых баночках, сладости, наборы печенья, наверное, лимитированные. Вид из окна в этом кафе на улицу, которая называется Чу-Одори, центральная улица, район Гинза, где расположены все самые известные бутики, рестораны, кафе. Напротив здания можно видеть иллюминацию и разные другие ресторанчики, кафе. Мария Антуанетта, макароны очень вкусные с розой и мое любимое пирожное. Называется Испахан. Всегда его заказываю, когда бываю в этом кафе Ля Дуре. Очень вкусное, с малиной, розой. Вот такая красота появилась, предпраздничное настроение. Чокнусь с вами шампанским, поздравляю вас с наступающими праздниками. На этом я заканчиваю видео, прощаюсь с вами. До свидания из Токио.